Говорят, что праздник Хэллоуин придумали кельты. Или американцы. Или еще какой-то народ. Да, в общем, неважно. Пошлите узнавать, будут ли праздновать этот праздник саровчане и во что они будут наряжаться. Здрасте, а скажите, пожалуйста, а что за праздник Хэллоуин? Это День всех святых на Западе. А кто его празднует? Католики. А вы будете его праздновать? Ну, вряд ли. Почему? Ну, такой светский праздник. Если меня кто-то пригласит, возможно, пойду, а так нет. О, это вот к ним идите. Вон, на той стороне планеты живут которые, да. В Англии и этот день ночью никто не спит и друг друга пугают. Да, по легенде, духи выходят на поверхность и пугают людей. Ага. А что принято делать в этот день? Раскрашивать себе лицо. Грин, да. Да, расскажи страшные истории. Вроде не российский праздник, то не русский. Зарубежный. Откуда он к нам пришел? Ну, с Америки. Ну, как бы это день у них всех святых, вроде, когда вся нечисть выходит наружу. Но у нас такое-то не празднуется, не христианская вещь. А что принято делать вообще в этот праздник? Ну, насколько я знаю, в костюмчики наряжаться, так сказать, представлять себя в виде всяких различных образцов нечисти, так сказать, вливаться в их атмосферу, чтобы они с собой не утащили после праздника. Ну и детишки ходят, конфетки просят, либо разыгрывают взрослых. Это же праздник нечисти, вроде. А какие можно надеть? Ведьма, привидение, стекло желтое. Какие традиции существуют в этом празднике, знаешь? Ну, не знаю, в каких-то странах конфеты собирают, как-то украшают дома всякими паутиной, пауками. Дом украшать. И конфеты можно раздавать. Ну, это не наш праздник. А чей? Я не знаю, но не наш. Наверное, американский. Мне это далеко очень от меня. А что принято делать в этот праздник? Ну, я не знаю, маски какие-то надевают эти самые ужасные и всякие прочие. Нет, я праздновать такой праздник не буду, точно. На Хэллоуин принято гадать на суженого. Кто-то это делает с помощью свечек, кто-то на зеркалах. Ну, а мы погадаем на кожуре яблока. Говорят, если его бросить, то через несколько минут на кожуре появится первая буква имени твоего суженого. Давайте попробуем. Здесь ни одной буковки. Наверное, это гадание нужно проводить в ночь с 31 октября на 1 ноября. Друзья, гадайте, экспериментируйте и не бойтесь праздновать праздник Хэллоуин. Для вас опрос проводили Ирина Вышгородцева и Евгения Шевцова.